Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня приготовлю свинину по-французски в духовке. Мясо получается очень сытным, сочным и ароматным. Для приготовления блюда нам понадобится мясо, болгарский перец, лук, шампиньоны, помидоры, майонез, растительное масло, сыр и зелень. Свинину нарезаем на порционные кусочки приблизительно на 1,5-2 см. Посыпаем их солью и перцем. Накрываем пищевой пленкой и хорошенько отбиваем с обеих сторон. Нарезанные пластинками грибочки обжарим на сковороде с разогретым подсолнечным маслом. Лук нарезаем полукольцами. Помидоры нарезаем кольцами. Болгарский перец нарезаем соломкой. Противень застилаем фольгой и смажем растительным маслом. Выложим мясо и сверху разложим лук и слегка его посолим. Следом выложим обжаренные грибочки, перец и помидоры. Сверху еще немного посолим и польем майонезом. Теперь отправляем в духовку на 30 минут, предварительно разогретую до 200 градусов. Пока мясо печется, мы натрем сыр на мелкой терке. Через 30 минут достаем наше мясо и посыпаем сыром. И отправим в духовку еще на 10 минут, чтобы расплавился сыр. Такие вкусные отбивные можно приготовить на праздничный стол или на ужин. Подаем с любым гарниром или овощами.
А я надеюсь, вам понравился рецепт и вы обязательно его приготовите. Радуйте своих родных и близких и готовьте с удовольствием. А я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч!